Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Sigma. Это Sigma Mid 6001-551. Набор состоит из 82 предметов. Sigma Mid — это полупрофессиональная линейка инструмента. Здесь очень хорошее сочетание цены и качества, как по отзывам покупателей. И если вам нужен набор именно для ремонта и обслуживания личного автомобиля, присмотритесь к линейке Sigma Mid. Набор поставляется такой бумажной упаковки, сверху идет на кейсе. Указывается CRV, это хромованадевая сталь, материал изготовления. Два рабочих квадрата, 1/2 и 1/4. И 82 предмета в комплекте. Также есть комплектация на упаковке. Sigma Mid выпускается в Китае. То есть на заводе в Китае. Это не Тайвань. Но здесь очень говорю, что очень хорошее сочетание цены и качества для таких наборов. В наборе два рабочих квадрата, это 1/4, 1/2 и 2 трещотки. Трещотка под квадрат 1,2 на 72 зуба, то есть мелкий шаг трещотки. Есть реверс, есть быстрый сброс. Трещотки разборные, три винта выкручиваются, то есть можно обслужить внутри. Рукоятки здесь комбинированные, резина-пластик. Желтый цвет пластик, черный резина. И очень удобно лежат в руке. Надпись на трещотках Sigma на пластике, Sigma на металле есть, и хромванадий, хромванадевая сталь. Трещотки в наборе идут прямые. Трещотка под квадрат 1,4, также на 72 зуба, мелкий шаг, реверс есть, быстрый сброс головки и рукоятка комбинированная. Далее, Т-образные воротки. Два воротка под квадрат 1,2, 250 мм длина. И под квадрат 1,4 11 сантиметров. Вороток под квадрат 1,2 также используется как удлинитель 250 мм. И есть вот такой вот переходник, который также можно использовать для перехода с 3/8 на 1/2. И, соответственно, делать Т-образный вороток. Две свечные головки на 16 и 21 мм. Имеют они внутри резиновые вставки. Два кардана. 1/4 и 1/2. Карданы скреплены металлическими вставками, то есть не шурупами. Не разборные идут. Удлинители под квадрат 1,4. Три удлинителя. Один гибкий, 150 мм. И два обычных, 50 и 100 мм. Это под квадрат 1,4. Под квадрат 1,2. Два удлинителя, 125 мм. И я уже показывал, длинный 250 мм. На всех единицах инструмента из набора есть логотип Sigma на металле. И хромованадевая сталь указывается, материал изготовления. Далее, переходник. Переходник для работы с битами. Биты под квадрат 1,2. Вот такие вот есть. Дальше я покажу. Вставляется в переходник. И дальше можете вставлять или трещотку, или вороток сюда. Возьмем трещотку. Так, биты под квадрат 1,2. Биты находятся в таких вот боксах. Они вынимаются из набора. Общее количество бит здесь 15 штук. И есть вот такой вот переходник для работы с шуруповертом. То есть можете подключать биты из набора и использовать шуруповерт. Так, биты под квадрат 1,4. Общее количество бит 17 штук. Они прессованы в головку. Также на кейсе подписана согласная ячейка, в которых они лежат. Есть биты торкс, крестовые, шлицевые и крестообразные. Их можно применять или с трещоткой, или с воротком Т-образным, или вот такая вот отверточная рукоятка есть. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Рукоятка здесь, ручка полностью пластиковая, есть присоединительный квадрат. То есть можно подсоединять трещотку под квадрат 1,4.
И особенность набора этого на 82 предмета, здесь есть набор комбинированных ключей. Общее количество ключей 9 штук. Самый маленький у нас на 8 мм комбинированный. И самый большой на 22 мм. Надпись на ключах. Есть Sigma надпись, хром-ванадиевая сталь. И 11, на данном случае это размер ключа 11 мм. Комбинированный. Головки. В наборе шестигранный профиль. Есть головки под квадрат 1,2 и отдельно под квадрат 1,4. Общее количество головок под квадрат 1,2 – 12 штук. Самая большая у нас на 32 мм, 6 граней. И самая маленькая – 14 мм, 6 граней. Квадрат 1,4 – 4 мм, самая маленькая головка. И самая большая на 14. Общее количество головок под квадрат 1,4 – 13 штук. По комплектации все. Немного о инструменте, который комплектуется набор. Здесь на каждой единице инструмента нанесено защитное покрытие. Для того, чтобы инструмент не ржавел. То есть матовое защитное покрытие. Сталь, которая используется, указывает производитель, это хром-ванадиевая сталь. Но данный набор является полупрофессиональным. Как я говорил в начале видео, Sigma Mid очень хорошее сочетание цены и качества этих наборов. По кейсу. Кейс пластиковый, он цельнолитой, то есть без зависы, здесь полностью цельная конструкция. Но плюс здесь то, что металлические замки запирания идут на наборе. Инструмент в верхней крышке хорошо защелкивается, это исключает выпадание при закрывании набора. И по габаритам кейса. Самое последнее у нас. Ширина кейса 39 см, длина 30, высота 9 см и вес набора составляет 6 кг. Пластик здесь мягкий, то есть он не жесткий, но хорошо пружинит. Вот нажимаю пальцем, хорошо пружинит назад. Логотип Sigma на верхней крышке есть, на наборе. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором инструмента. До свидания.